Здравствуйте, дорогие мои, потеряли меня? А вот я с утра была, уже 4 часа только домой зашла, вот делала покупку. Сил нету показать, кое-что покажу, купила, обновила новые, вот такие мягенькие. На улице будем сидеть, покрывать. Покажу вот такое общее, по одной штуке не покажу. Освежила ванну, мало, постель, белье, белье. Короче, только домой пришла, уставшая. Хочу вам желать хороший день. Пускай у вас тоже день так пройдет незаметно, как у меня. Купите, освежайте, жизнь продвигается. Так что желаю вам хороший день и хорошего настроения, как у меня. Дорогие мои, хочу вам сказать, мы все работаем, время некогда. Ну, а кушать всегда надо. Сейчас готовлю со Светой стол. Уже все мужики собираются, дети собираются. И заодно хочу вам показать, какие у меня сыры. Смотрите, которые продаются на рынке. Смотри. Сейчас у меня доченька родила дома с маленьким ребенком. А на рынке продается мой зять. Смотрите, какие сыры у нас продаются. Если хотите приобрести такого натурального продукта, только находится на верхнем рынке, цокольном помещении 60-63 стали. Там стоит мой зять со своим отцом, потому что дочка сейчас дома нянчит маленькому. Дочка сейчас родила маленького внучок. Очень много спрашивает, как внучок растет, дорогие мои. Хорошо растет. Пройдет 40 дней, я вам всем покажу. Так что, если хотите натуральные продукты, то имейте в виду, уберите у моего зятя. Смотрите, какие сыры у нас продаются. Смотрите, какие у нас сулугуни. Чем наши сыры отличаются от всех, дорогие мои. Смотрите. Видите? Видите, какой слой. То же самое чечило, только уже как скоро плесни покрывает. Смотрите, а это у нас рулет сырный. Смотрите, какая красота. Опа-на. Шикарная. Это нитя. Попробуйте, всем говорю, попробуйте. Вот. Это чечило у нас. Смотрите, какая шикарная. Это такой же, только толстый. Смотрите, как они. Смотрите. Видите, какая чудо, а какая вкусная, она с целого молока. На рынке очень много кое-что продаются. Имейте в виду, есть порошковое молоко, есть настоящее натуральное молоко. Вот как наши сыры отличаются. Смотрите. Хочу вам еще близко показать, какие деликатесы колбасы у нас в точке бывают. Вот это колбас. Сыром вяленый, да? Это сыром. Представьте, сыром. А вот это плесню, как пармезан. А это перецем, ассортимент. Короче, хочу сказать, каждый деликатес, вы посмотрите, вот внуки мои расхватают. Каждый деликатес имеет свой вкус. Самый любимый колбас моего внука, вот это. Сухой, шикарный. А вот эта колбаса с орешками, это со специями, это плесень, это сыром, это все деликатесное. Просто хотелось бы от души сказать, попробуйте все хотя бы по одной. У нас продукты очень вкусно и отличается от всех. Самое главное. С любовью, дорогие мои, с любовью. Лаваш настоящий есть. Закрутка у нас не заканчивается. Это перец. Я сделала чесноком с маслом. Это просто чудесная перец. Это красный перец, который сейчас будем открывать. Что там? Сезон. Помидор, огурцы, зелень, тархуна чмядинская, сырый ассортимент. Вот готово уже. Вот дети любят такой с морковкой, с зеленью. Что еще нужно? Слава Богу! Везде все есть. Работай, зарабатывай и кушай на здоровье. Некоторые говорят, у нас такого возможности нету, да? Я тоже могла бы так сказать. Муж умер, расслабилась и сидит, сказала, какой-то мужик появится, чтобы я могла, кто мне деньги дал.
крутого так никогда не думала и никогда ни брата не наделась, ни девера и ни мужчина чужого не надела. Я только наделась на свои руки, на своих плечи. Ночью пекла, днем продала, чтобы мои дети не голодные были. И сейчас я горжусь, чтобы я их покормила, витамины у них все хорошие. Сама корова держала, свою свиней била, свою утки, гуси била. Сейчас иногда и покупаем, но тогда у меня свое было. Поэтому у меня дети никогда не болели и не знаем, что такое лекарство. Хотя тогда была война и сейчас везде. Но жизнь-то продолжайте, живем. Тогда хоть все было под полы, а сейчас под полы ничего нету. Что хочешь, рынок пойти. Не это рынок, другой рынок. Не тот город, другой магазин. Все можно найти. Главное, надо зарабатывать и никого не надеяться. Чтоб сыр не пропадал в холодильнике, вот я делаю вот такой разрез. Красиво. Вот смотрите, как красиво. Вот этот раз нам хватит, да, допустим. Вот так беру, смотрите. Очень просто. Опа-на, зелень хочет. Все, смотрите. Все, в морозильнике. Вот это сейчас пойдет в морозильнику. Вечером, когда идешь спать, смотришь, в холодильнике сыра нету, из морозильника достаешь, положишь в холодильник. Утром встанешь, уже вот в таком виде будет холодильник. И не будешь ждать размораживать. Смотрите, дорогие мои, когда пойдете покупать, никогда не скажи 200-300 грамм. Скажи, дай вот это вот такая целая. И вот и возьмешь, точно так же сделаешь, как я вам научила, дорогие мои. Работаем, работаем, дорогие мои. Сделаем украшение. Света, покажи эти два. Красиво. Тебе нравится, Свет? Угу. А это что ты задумала? Ой, во дворе хочу разукрасить, потому что туда-сюда уезжаем, поливать некому. Вот такие большие, чтобы они не пропали. И решила в этом году вот такую красоту делать. Какая красота! Флористы отдыхают! Флористика! Вот смотрите, как красиво. Вот скажите честно, смотрите, как она красива, как натурально. Сейчас разноцветный. Посмотрю, как получится. В конце все покажу. Красивая. Получается. Букет просто бомба. Чакаки зинаман, 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 дунисанаман. Чакаки зинаман, чакаки зинаман, 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 дунисанаман.